Привет, мои дорогие. Весь день сегодня сидела, расписывала игры. Выписала однотипные игры в один ряд. Например, первый ряд у меня шашки-шахматы, да, шашки-шахматы, крестики-нолики-пентага. В следующем ряду цветовой код, камелот, игры на пространство-привидение, операция перехват, катамина, джека, формы. Под ними, так как у нас их много, драконье королевство, палочки Куизинера, деловые жуки, джека формы, опять же, да, можно их второй раз не писать, а можно два раза позаниматься просто. Коридор, в основном я писала по одному разу. Геометрик, мозаика, руки вверх, попробуй повтори азбука Мурзе, логические опыты дерева, лопатки, лопаточками мы берем мячики, кортекс. Мозаика пиксель, мозаика Джека, ковчег, насекомцы, поймай крота, барабашка, кошки-мышки. Не все, конечно, по темам у меня, но все равно старалась в одну кучу. Сложи узор, альбом без разграничения уже кубиков, без границ. Станок вязания, станок с резиночками и шить игрушку. В один этот блок поместила что-нибудь одно. Шар орба, мемори, орех. Так, трафарет, где две руки обводят по трафарету у нас фигуры. Шнуровать ботинок надо научиться и завязывать бантик. Сырные лазейки. Так, что дальше? У нас тут магнитный планшет, умные утки, спящие королевы, турбосчет, змеи и лестницы. Продолжи последовательность. Это можно в любой мозаике. Дядюшкина ферма, квадраты Никитина без плашки, термомозаика, ментал блокс, папины дети, пчелы, паклер, вакля, пчелы, новая игра. Это будет на Новый год, зверобуквы, сложи буквы, конструирование букв, карточки чтения. С 5 лет у нас все про чтение подключается, читай, хватай, спящая красавица, лабиринты. Это тоже к чтению относится. Глазками, чтобы ребенок учился следить. Колобок, следопыт, красная шапочка, пазлы, животные. Так, далее у нас идет составь рассказ по картинке, по карточкам, миконки, кто я, предлоги, джека, топологик, профессии, специальности, сова, фирма сова, не фирма, а, в общем, сова называется, узнай меня, кубики истории, мои первые слова, активити, ребусы, дифференс, веселые матрешки, шедевры, умница. Что-то из этого можно делать на английском, тренируя речь. И курс Елены у нас по грамматике тоже в этом блоке. С мячиком мы можем ловить его стаканами, составлять ритмические, придумывать ряды ритмические, ловить черпаками, ловить, кидать с балансира. И также дальше ритмические ряды у нас можно с мячом, можно вещами. Так, следующий марафон мячики от белого слона хочу поделать. Начать опять карточки, 5-6 элементов, это мы на развитие памяти, внимание, что лишнее, котики, отличия, живые картинки, противоположности, великий мышонок. И у нас идут прыжки в резиночку, фигурное катание чередуется через день, и тетради Кумон, в принципе, все. И все эти игры я буду давать, вот как есть по списку, да, в понедельник, такой столбик. Нет, конечно, мы будем выбирать некоторые из этих игр, я буду выбирать наиболее значимые, и они будут повторяться несколько раз в неделю. Ну, как шахматы с шашками, да, я прописала. А остальные просто будем раз в неделю, может быть, играть, а может быть, будем пропускать, потому что слишком много игр, и перегруза тоже не должно быть. Ну, хорошо будет, если 2-3 игры в день у нас будет получаться.